Друзья, привет! Рад вас приветствовать снова на своем канале «Рыболовные заметки». Сегодня мы с вами вновь поедем в Курчатов, на то же место, где были в прошлый раз. Будем пробовать повторить успех в прошлой рыбалке. Сегодня я буду один, только с вами. Я надеюсь, что сегодня будет меньше зрителей именно на рыбалке. Вот, потому что сегодня вторник. Замешал уже корм. Сегодня замешал остатки прошлого корма. Сейчас я заеду в магазин, возьму кормового мотыля 150 грамм. Возьму насадочного мотыля. И поедем 50 километров в Курчатов. Заехал, взял мотыля. Взял кормового 200 грамм. И взял насадочного одну порцию. Сейчас мы с вами заедем быстренько в гараж. Время уже 10. Возьмем удочки, стул и, наверное, возьмем садок сегодня, потому что рыбу я забирать не планирую. В садке она живет лучше, потому что прошлую рыбалку много рыбок не дожили до отпуска и пришлось их опять забрать. Я вас всех приветствую еще раз. Я добрался на водоем. Погода здесь, конечно, просто жесть. Ветрище в лицо причем. Я не знаю, как тут ловить сейчас. Волна сумасшедшая. Ну, будем пробовать. В любом случае, мы приехали, домой уже не поедем. Сейчас посмотрим, как такую погоду будет клев. Если не будут долетать мои любимые кормушки, значит, поставлю пулю, сербскую пулю. Есть у меня такие кормушки с собой. Промеряться я не буду. Я оставлю ту же дистанцию, которая и была в прошлый раз, потому что приехал я на то же самое место.
Сейчас добавлю мотыля. Мне тут ветер сдул, и удочки уже падали. Треногу сдувает эту. Вот так. Вот, сейчас добавим прикормку мотыля. Банка эта улетала. Так, сейчас половину сразу. Взял я сегодня 200 грамм, как я уже говорил. Сейчас сразу половину размешаю. Прикормку замешал вчера дома. Это Дунаев крупный лещ. Светлый. И остатки темной прикормки. Так, верхний слой мы перемешали. Сейчас я буду давать 10 кормушек и сразу начну ловить. Не буду я делать такой большой закорм, как обычно. Потому что время уже... Сколько у нас времени? Без 20:12. Время на ловлю не очень много. Поэтому сейчас будем пробовать, вообще докинем ли мы туда, куда нам нужно. Так, где там наш буй? Вот он, наш буй. Ну, друзья, докинуть этой кормушкой сложно. Сейчас сразу поставлю, где-то у меня была. Вот, будем ловить вот такой кормушкой. Она летит получше. Потому что это не дело. Я даже не знаю, долетит ли она. Да, друзья, в принципе, летит. Но посмотрим. Сейчас сделаю 10 забросов, поставлю поводок и буду ловить. Погода просто жесть. Сдувает удочку. Вот, кладешь ее, смотри, раз-раз. Ее просто сдувает. Я не знаю, как ловить. Дал сейчас 6 кормушек, 7. Сейчас еще 3 штуки закину. Это просто жесть. Ну ничего, будем пробовать. Сейчас сделаю поводок 50 сантиметров на 10 крючке. Сейчас покажу вам, как в прошлый раз я ловил. На 12 крючке вот такой поводочек будет на 0,1 лесочке. 50 сантиметров я его сейчас сразу укорочу. Поставлю и заброшу. Такая вот насадочка. Посмотрим, сейчас принесет она нам что-нибудь или нет. Кормушку сносит просто ужасно. Как, я не знаю, сейчас кювертип взводить. Наверное, надо пониже стойку опустить, может быть. Чтобы он ближе к воде был, чтобы, посмотрите, ну это жесть просто. Чтобы так не выдувало. Так, заброс буду делать каждые 3 минуты. Посмотрим. Пока менял батарейку, была поклевка очень хорошая, прям видна была, но я не подсек и там никого нет. Но это радует, что поклевки начались. Поставил крючок поменьше 12 номера, и вот произошла первая поклевка. По-моему, там есть рыбка. Ветер немножко стих. Удалось попасть в точку. Вот, друзья, это неплохой лещик.
Этого я сейчас возьму руками, а следующих разложу под сад. Вот, друзья, вот такой неплохой лещик на маленький крючочек. Так, ну подсак я разбирать не буду с таким ветром. Уж извиняйте. Буду складывать ведро. Ветер немножечко стих. И стало покомфортнее бросать. Сейчас поставил поводок с крючком 0,12. Ну, 12 номер крючка. Вот, и случилась поклевка. Сейчас посмотрим. Может быть, погода наладится, рыбка расклюется. Да, ребята, погода сегодня вообще, конечно, удивляет. В точку попасть очень сложно. Поэтому я не знаю, это сегодня такая рыбалка на шару, мне кажется. 2 из 5, наверное, летят в точку. Остальные вправо-влево. Хотя солнышко светит. Если бы не было солнышка, наверное, вообще бы было холодина. Потому что на улице минус, это точно. Потому что снег собирается на кольцах. Лед намерзает. Будем ловить дальше все равно. Потому что мы уже приехали с вами сюда, значит, будем сидеть ловить. Готовить сегодня ничего не буду, никаких сухпайков будет. Там я взял из дома сало, огурчик и хлебушек, и чаев. Вот весь перекус. Потому что приехал поздно сегодня. Рано утром тут вообще нечего делать. Тут дубак околеть можно. Вот, поэтому я только в 11 приехал. Пока заехал в магазин, пока то все. Ну вот сейчас посмотрим. Часов до 4, до 4:30 половлю и начну собираться. Сейчас уже время где-то 12:30. Или даже час. Да, ну 1:30. Да, время. И пока что у нас один подлещик маленький. В копилке. Не переключайтесь. Будем смотреть. Пробовать. Еще одна поклевка. Вот такой вот лещик, друзья. Да, у Димы, конечно, подсак 1000 раз удобнее, чем этот. Начинает налаживаться потихоньку. Ветерок немного стих. Сейчас поставил кормушку свою любимую бигуди, которая 40 грамм с хорошей кормоемкостью. И она попадает в точку. Сейчас, может быть, попробуем все-таки раскормить точку за часок. Надежда не покидает. Блин, не получается его засечь из-за этой волны. Клев стих, но и вот так-то честно особо и не было. Предлагаю перекусить. Сегодня перекус небольшой, буквально через 10 минут, и продолжим кормить точку. Погода вроде бы наладилась, поэтому пока посидим, еще положим. Что у нас сегодня? Хлебушек и огурчик с салом. Все просто, вкусно, и чай. Вот чем мы сегодня будем обедать.
Сейчас быстренько пообедаю и обратно в бой. Кто хочет, присоединяйтесь. Кто присоединился, приятного аппетита всем. Видели, нет? Послеобеденная поклевка. Кто-то на том конце бьется. А что, я надеюсь, мы узнаем в ближайшее время. Сошел, сука! А что за рыба? Подлещик. Обидно, обидно, очень обидно, друзья. Сопротивлялся он достойно. Вот поменял крючок, поставил вот такую насадку пообъемней. Сейчас посмотрим. Крючок поставил. Ага. Следующего номера. Замерзает у нас опять. Видите? Вот водичку окунул. И все. Все отмерзло. На улице минус. Поэтому колечки подмерзают. И из-за этого случаются недолеты.
пора собираться уже. Уже появилась луна. Время 5:00. Рыбки немножко поймали. Сейчас буду взвешивать, покажу вам, что поймали. И буду потихоньку собираться. Как тут можно собираться, если он продолжает клевать? Клевать и цеплять. За что-то. Вот еще один рыбчик. Так. Столько корма сегодня было выкормлено. 2 литра. Рыбка сегодня поклевывала. Это радует. Даже уезжать не хочется, но время начинает поджимать. Я сейчас забросил просто уже пустую кормушку, потому что кончился корм. И вот результат. Есть поклевка. Есть рыбка. Это на сегодня точно уже последнее. Больше забрасывать не буду. Сейчас будем взвешиваться. Я уже начал собирать подсак. Вот такой, ребят. Предлагаю сейчас все взвесить и отпустить рыбу. И посмотреть результат. Но сегодня вот такой скромненький улов. Потому что погода вообще подвела очень сильно. Так. Нули. Я думаю, здесь 3 килограмма будет. Да, друзья, 3,685. Я думаю, что это неплохой результат для такой погоды и для марта месяца. Вот, сейчас я всю эту рыбу отпущу, как и обещал, потому что мне она не нужна. А, не взвесили мы самого крупного. Ну ладно. Пускай плывут. Как вы видите, все рыбки уплыли. В этот раз все они абсолютно живые. Вот, это хорошо. Главное, друзья, это не сдаваться. Потому что сегодня утром, когда я приехал, настроение было отвратительное. Не хотелось снимать, злой из-за погоды. Но потом я принял решение, что не буду останавливаться. Буду все-таки упираться, пытаться кормить. И вот из этого получился вот такой неплохой результат, я считаю. Почти 4 килограмма рыбы. При условии, что приехал я в 11, я думаю, что это нормально. По крайней мере, я сегодняшним днем доволен полностью. Какая бы ни была погода, если верить в то, что ты делаешь, все получится. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Комментарии очень важны для меня, потому что я должен понимать, что нравится в моих видео, что не нравится. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.